Вопросы постоянно идут вокруг того, что где нож носить, где нож должен находиться. Вопрос, где должен находиться нож? Сказали же, да? На видном месте. Да, здесь. Ну, это традиционно здесь, когда у нас получается праздник. То есть праздник, когда это на войну идет человек и обрядовый. Здесь находится, когда какой-то обряд выполняется. Тут есть. Вообще, где он должен находиться в повседневной жизни? В ножнах. В ножнах. Еще на теле, истории. Где он? На теле? Да. На поясе. За сапогом сапоги. Можно под мышкой. Можно под мышкой. Чтобы удобно было использовать. Да можно и за спиной. Ну, спереди, да. Угу. Все, хорошо, понятно. На самом деле, смотрите, тут отношения. Нож может быть везде. Я считаю, абсолютно. Он должен удобно вам должен быть. Удобно вам? Есть сапоги? Если сапогов нет, как за голенищем он там будет находиться. За голенище, если вам там удобно. Если удобно на бедре, вы где-то на охоте находитесь, можете здесь. Но здесь может быть ружье, значит здесь он может находиться. Если здесь что-то еще находится, то нож может быть на поясе, здесь находиться, может здесь находиться. Если все занято абсолютно, у военных бывает вот здесь. То есть разгрузка, патроны, там, эти рожки, автоматы, там еще что-то такое, вот здесь он находится у них, рядышком. Если вам нужно, чтобы было скрытно, и вы находитесь в городе, где-то еще, может вот здесь. То есть подвесочка, вот она позволяет, вот эта подвеска, она позволяет сюда его. Если под футболочку сюда, под футболку, нет другого пути. Если что, вот сюда за пояс, и поэтому уже ремешочки притянули, сюда заполтали. То есть где удобно, и он должен гулять. Если какая-то опасность, вот нож вот здесь находится, вот особенно недвижимый. И нож уже открытый должен быть, то есть не зафиксированный. Вот здесь он находится вот так, вот в курточке, либо вот здесь. Видно его, нет? Сразу даже не поймешь, да? Что-то такое. Потом вытаскиваешь, сразу же, оп, два предмета. И что при этом получается, можно сюда поработать. Сюда. Где-то здесь этим можно работать. Оно получается. Вот сюда. Есть ощущение, да? Я уже не показываю, там на голове височек. Или здесь это место. Повреждение в большинстве случаев так. Вроде пластик 40 грамм. Но если приложиться хорошо, висок сюда, в этот глаз, мало не покажется, ребра. Все, будет очень даже хорошо и приятно. Сейчас два вот таких предмета. Два оружия у вас в руках. Быстро очень сделали так и вот так. Два предмета в руках. Поэтому, когда быстро, то вот здесь он должен находиться. Поэтому нож, я считаю, он должен плавать. То есть вы должны по обстоятельствам видите, предугадываете, что, то есть куда вы идете заранее. И тогда он будет нормально у вас всегда под руками. Если постучал так, то сильно не вобили. Почему? Это тоже в традиции. Допустим, мы с тобой там я показываю, сюда ударил, там так-то. Работаю, все это делаю. Что я сделал? Я немножко скачал энергию. Почему? Потому что он стоит как манекен, а я тут наношу ударом. И ножом, например, это делаю. Что нужно сделать? Если я этого делать не буду, то у меня мама не вырастет. То есть вот тут маникюр находится, у манипуляторов быстренько начинает вот тут расти. Они могут не кушать, но у них обязательно вырастет здесь. Это манипуляторы. Они могут скрытые быть такие, но обязательно здесь будет такая. Чтобы вампир как-то? Да, это энергия вампира. Но чтобы здесь не выросло ничего, я что должен? Я должен отдать то, что я взял. И то же самое на ринге. Там два боксера друг друга мутузят, бьют, да? А потом они обнялись, они выровняли. Потому что один другого все равно же побил, да? Кто-то чемпион стал, а кто-то... Да. Но они выровняли это дело. И нужно всегда отдавать человеку. Если что-то показал на тренировочке, тем более ножами друг друга пошинковали, да? Вот, нужно обязательно отдать это обратно. Так вот, это по ношению, то есть везде. Приучайте везде его, чтобы он у вас был в разных местах, удобно, чтобы был располагался. Заранее смотрите, куда вы идете, что будет. И, соответственно, есть места, которые не стоит посещать вообще с ножом. Это налоговая полиция, это милицейские вот эти все структуры, где рамки, где детекторы и все остальное. Почему? Зачем вам наживать неприятности? Зачем вам разборки, те 5 минут или 10 минут, а может быть 10 часов и 10 дней, когда вы туда запретесь, зайдете, а у вас потом это все дело будет изымать. Поэтому в аэропорт пошли, нужно сдать багаж. Обязательно нужно сдать багаж, это все дело, чтобы не было.
нож при обрели надо к нему привязать. Привязать надо, смотрите, вот это потом придет. Вот, вот Саша, например, нож, сейчас при обрелении нож. И мама говорит, нужно посвящение сделать. Нож нас сопровождает с самого рождения, абсолютно, с самого рождения. То есть, когда рождался сын, отец либо сам ковал, либо заказывал кузнецу, и у него появлялся нож. И этот нож, когда мама рожала, вернее, когда мама рожала, ей клали под подушку разные острые и твердые предметы. То есть, это могли быть камушки, зубы животных. Обычно уголек и нож обязательно, подкова, нож, эти предметы клали, как обережные. Вот. Потом, значит, когда уже заносили крестные родители в дом ребенка, то эти предметы раскладывались на пороге. И когда крестные родители заносили ребенка, они прикладывали его к ножу, к этим предметам, и потом заносили уже. И нож брался, да, стрелы, вот все, что острое, все, что излучает, все, что крепкое. И нож, и там пару предметов все клали в зыбку или в люльку. Это трактовалось так по традиции, чтобы восполнить недостающую твердость ребенка. И обережное, чтобы от злых духов, от всего, от вот этих энергий, которые нежелательны, чтобы можно было оберечь ребенка. Пока не появлялись первые зубы. Первые зубы появлялись, нож оставляли, и ребенок потом вот спал. То есть сон был такой. Но это и во взрослом состоянии есть. Вот сейчас, когда нож приобрели, то нож, надо к нему привыкать, надо обязательно его носить. Вот я, например, забываю о нем. Я его уже на автомате все. Утром только встал, он у меня под подушкой лежит. Вытащил сюда, пошел, все. И я хожу, и говорю, что-то нужно перевязать, на автомате что-то сделал, опять туда его, и все. То есть я уже с ним сросся, нормально. Под подушкой обнаженный? Нет, у меня не обнаженный. Но привыкание, когда вот особенно острый, это острые ощущения и привыкание очень хорошее. Значит, можете его положить с собой рядышком в кровать, в ножнах. Но потом, когда почувствуете, что вы будете ворочаться и постоянно натыкаться на него, раз, и потом постоянно будете его чувствовать. А потом все, потом привыкли. Привыкли, вытаскиваете его из ножен, положили, и вот в таком виде, даже остром, вы не порежетесь. То есть будет чуть, ну, может быть, чуть-чуть. Бывает случаи, вот ребята мне рассказывают, немножко бывает порезаться. А у вас? Чуть-чуть. У меня нормально. Можно? У меня сейчас под подушкой в ножнах. А для того, чтобы с ним нормально, ну зачем? Я уже привык к нему совершенно. Он ненормальный. Поэтому для привыкания к нему нужно и в ножнах, и без ножен. Потом без ножен ходите. Потому что функционально, но зачем он будет без ножек постоянно у вас там, просто не резать там и прочее, прочее. Но эту практику, вот если желание есть, можете пройти. И когда спите, его под подушку и положили, и постоянно вот, вы должны ощущать рукой его. И у вас будет интересное состояние такое, вы будете чувствовать защищенность. Единственное, что у ножа есть своя воля, и своей волей надо ему показать, что вы сильнее его. Потому что когда берут слабовольные, они потом говорят, мы боимся, мы реально боимся ножа. Мы этого купили, мы его боимся, как к нему привыкнуть? Вот когда почувствуете, какая острота, и с этой остротой будете трудиться, это действительно серьезно. На самом деле, вольности он не прощает абсолютно. Любое маломарское движение неосторожное, и все, и вы порезались. У меня были случаи, когда все уши чуть не отрезали. Парень с ножом решил почесать ухо. Жив, часть нету, приходит за лейкопластырь, все залатанное на празднике заклеено. И это не просто. Проходит мимо кого-то, чик, закапало рядышком. И говорит, ты, о, что за дела такие? Это тоже он прошел, человек. Он просто его держал вот так вот, проходил там, оглазел. Где-то здесь почикал. И пальцы пробую. Попробуй с остроту. Щелк, полпальца упало, нормально. Захожу в один магазин запчастей, автозапчастей. У меня директор магазина приобрел этот нож. И он говорит, Иванович, нужно заточить. Хорошо, заточишь, заточу, не вопрос, но он так нормально заточен. Захожу через какое-то время, ему, ну, навел там все как надо, очень хорошо заточил. Захожу, две продавщицы у него за прилавком. И я обращаю внимание, что у них на правом пальце вот такое намотано. Бинтов, да, набинтовано. Вот. Я посмотрел, отметил про себя, ну, интересно, у обоих на правой руке. Я говорю, ну как, шеф-то здесь? Не, его нету. Я говорю, доволен, стал, доволен очень. Вот, разворачиваюсь в двери, и тут он забегает. Маленький такой
Жуч, бизнесмен. Я говорю, как нож? Во! Ножи взяли. Ну ничего, вот так делать сюда. Просверлили тут отверстие. Это диаметр 6 узелочек, куда его затолкали. Здесь примерно 5-6 где-то вот так вот будет. И вот так оно крепится сюда. Петлю вот сюда. Это уже пошло конструировать. Он будет здесь. Потому что когда трудишься на высоте, либо где-то на воде, сразу появляется, подспудно начинает появляться мысль, когда руки замерзшие, там, где-то с ловкой что-то делаешь, вот, и начинает мысль такая закрадываться, либо на высоте, что нож отпустить-то не хочется. Вот. А это очень часто происходит. Вот так вот тоже, когда темляка нет, вот так топят на ножи, это очень частое явление. Так же с высоты они роняют. Потом найти их, конечно, тяжело. Это темляк. А петля двойная, она захлестнула, все, она уже больше никуда не едет. Потом делается вот так, туда развернули. Так. Сюда. Так а что, а нож нельзя убрать его на высоте? Ну, я что-то бываю, что не всегда. В ножны туда-сюда дергать, это время может потеряться. Потом смотрите, сюда же крепится вот так. Это женские часики. Угу. Вот они бывают, вернее, ремешок от женских часиков, он бывает уже гораздо. И вот так бесшумно открывается. Невероятно надежно. Невероятно надежно. То есть смотрите. Можно липучки, две липучки, раз, вот здесь крепил, широкие такие делают. Но они будут такой скрежет будет стоять. Может лучше кнопку? Если можно кнопку. Но чем? Вот это вот невероятно надежная. Она и бесшумная, и очень-очень надежная. Смотрите, чтобы отсюда вытащить нож, надо будет оборвать вот это. Угу. То есть доверить вам? Нереально. Не порвете, нереально совершенно. Вот простой 30 рублей стоит невероятно. То есть это все вот на основу. Я вам предоставил основу, а дальше уже, как в России, конструктор. Дальше, крепление. Вот это мы креплением делали, это все дело, но это отнимает время, много, а люди ждут. Поэтому, более честно, это вот мы разослали, потом показать, как это делается. Вот так. Это видео есть, но там звонят и спрашивают, мы не поняли, как это крепится, как это делается. Вот смотрите, на ножнах два этих прореза. Да, либо вы сюда просунете, вот, либо два прореза, для того, чтобы можно было сюда еще кожаный ремешок. И вот сюда крепить вот, на ноги. Угу. Это может по креплению. Это все конструктив, да. Конструктив. По конструктиву мне интересно получается. Я не рассказываю, не беру тысячу ножей. Раньше я брал много ножей. На ножах показывал, как конструирую. Сейчас большинство по вот этим ножам, по нескладным, я показываю на медвежонке. Все остальное увидите сами. То есть на медвежонке это решение вот, сделано очень хорошо, а все недостатки уже вы увидите. Вот классическая картина какая, сейчас я подвижу, потом расскажу. Ну, смотрите. Вот можно одну, если у вас будет она очень крепкая. Но обычно одной не хватает. Поэтому вот эта контролька. Нажали, сюда сделали. Здесь сзади вот так акцентрировали. Вот. Можно без нее. Можно просто перекрутить вот так веревочку. Крест-накрест. Да, крест-накрест. Ну, оно потом немножко будет так. То есть вот так оно лучше. Все. И получается вот здесь нож, сюда здесь под рукой. Если нужно под футболку, я под футболку, там даже не увидите. Вот футболка без рукавов, вхожу, никто не видит. Вот. Если нужно будет на разгрузку, когда вы оделись, вот такие там шубу одели на себя, маскировочный халат, что-то еще это вот увеличится примерно такой становится, то же самое, вот этого запаса хватает. Вот. И он всегда будет здесь. Он так потеряется в складочках, и вообще, просто в складках маскалата он теряется, его не видно. Ну, когда надо, вот здесь под рукой находится. Вот очень удобная подвесочка. Вот, как я сказал, здесь, 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 где хотите, он гуляет. Вот, вот подвесочка. Это вот можно будет сделать себе. Сейчас сколько нужно будет вот этого ремешочка? Сколько ремешочек, смотрите. Вот диаметр у него такой, чтобы сюда влез. Uh-huh. Вот такого диаметра. То есть она потом сделает. Берете одну, вот так вытягиваете вот размер. И потом туда же двойную вот такую делаете, вам хватит.
Будет нормально, будет хорошо. Потом вот так, сюда. Вот эти вот фисташки, как их назвать, не знаю, назову, для крепления, они продаются в магазинах, где ткани продают. Фурнитура. Фурнитура, да. И там же эти веревочки, там же эти веревочки. На самом деле, конструктива, вот как крепление, очень много, потому что люди у нас изобретательные, и ничего только не придумают и не выдумывают вот на это вот, на все. Мое вот такое решение. И вы можете что-нибудь изобрести, там, сделать. Просто это все как бы из таких материалов, которые доступны очень. Тут ничего сложного нету. Да, и в то же время носить потом удобно будет. И, кстати, вот так я не закрепляю на ремне. Он всегда у меня за ремнем, с той стороны, просто потолкал, и не потеряешь нормально. Хорошо, дело привычки.